газуй, газуй, газуй. Не догони, смотрите, насколько я быстрее этой кряч. Да на лимузине. Догнал. Да блин, да я, да ш, да машина галима, бензинку. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Подлючка, Гусанёк, Угабуга, Фриз, Профит, Пика, пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем Слава привет, здравствуйте. Я люблю всем мясо. Всем того самого ТВ. Однако всем здравствуйте. У нас сегодня очень крутая рубрика. Как и обещали, монстры гоняются за нами. Если тебе текушьте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали! Иди сюда, стоять. Не надо. Смотрите, я вообще легко догнать. А нет, я не могу догнать. Кстати, вы очень быстро ездите, мне тяжело монстрам догнать вас. А вот тут ты уже попался, вот тут ты... Лошара! Ой. Нет. Эй! Все. Отлично, теперь я беру машину и буду убегать от пацанов. Ого, он, кстати, очень быстрый монстр. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И обязательно как-то написать классный комментарий. Кончено. Настроение отлично. Что, взорвал машину? Не, не взорвал. Нет, нет. Я просто столкнулся вот так. Какой-то... Кукурико? Это гусь Санька родственник. Кокоду какая-то. Кто это? Крячка бегает. Она вообще дамажит? А, все. Изи. А что так легко разве? Ну все, давай, Пика, теперь ты. Твоя очередь. Ого, какого-то осьминога вонючего. Вообще жесть. Медуза. Бегает просто. Кстати, он очень медленный. От него будет очень легко убегать. Смотрите, просто газу топишь. И все. А какой у них радиус? Ну и все. А как топится? Да я поддался. Начинается. Да не, он на расстоянии убил меня каким-то образом. Вот это прикольный телек. Стоять! Стоять! Да господи! О! Амонгус. Как-то в этом ролике очень легко убивать пацанов. А чё машина не взрывается? На! Уга-буга, щенок! Чё на friendly fire сейчас был? Так, давайте возьмем вот этого джипа. Он тоже очень быстрый. Ну что, давай, начинай, мочи нас. Всё, я успел машину... Кстати, этот монстр, пацаны, очень медленный. Он медленнее, чем крячка, то, что я только что играл. Да что так легко, Пика? Ты чё, поддаёшься, что ли? Не, я хотел просто... Ну давай, Пика, начинай. Опять взял щупальцу. Тебе нравится этот одноглазый щупальчик? Так, надо валить, я вижу, он уже хочет меня убить. Ага. Я уже теперь не дамся, я буду реально очень быстро, ребята, уезжать. В следующем раунде, когда меня убьют... То, в принципе, я, наверное, возьму спортивную машину. А может, даже и менять не буду. Может, вообще в этом ролике я больше не проиграю. Так только не врезайся. Так, гусь Санька я сразу узнал. У него всегда синяя машина в каждом раунде. В каждой серии, где мы записываем с тачками. На тебе, щенок! Он идет к нам, он идет к нам. Пацаны, не подходите близко, не подходите. А все, мы будем его троллить. Гусь Санек! Вот так тебе и надо. Сейчас он тебя убьет. Все. А теперь, Гусаньку, ребята, ну никто не поддавайтесь. Давайте сделаем так, чтобы ему прям было очень сложно. Тихо, не надо, не надо, не скидывай, мы же в команде одной. Я просто разгонюсь, чтобы не перевернуться, спрыгнуть красиво. Почему у машина так колбасит? О, взял крячку. Отомстить хотел. Давай, давай, давай. Не, кстати, машина намного быстрее. Хочешь джип потолкать? Это джип тебя столкнет, иди отсюда. Все, машина застряла, иди мочи его. А нет. Потому что ты меня толкал, не надо было меня толкать. Надо валить сразу. А! Я в бордюр врезался! Газуй, газуй, газуй! Отлично, отлично, красиво! Кто это там? Кто вы? Все, взорвал? Там никого не было. А, никого не было. А, газуй, газуй, газуй! Не догони, смотрите, насколько я быстрее этой кряч. Да на лимузине! Догнал! Да блин, да я... Да ш... Да машина галима, бензинку! Да, но бензин кончился, да... Да, конечно. Так, я буду опять зеленым монстром. Зеленый монстр реально очень быстрый. 3, 2, 1. Погнали. А вот я вижу жертву. Иди сюда! Скорее! Догоню. Это ты на этой белой машине? Да, да, да. Ну как это не догонит? Ты сейчас запоришь. Смотрите, ребята, как он сейчас запорит, и я его убью. Ого, ты там сольтухи крутишь. Сразу видно, права купил.
Сейчас он упадет. О, кстати, вот там они сейчас попадают в воду. В воду упал, тоже проиграл. А, да? Да. О, смотрите, смотрите. Стоять! Стой! О, чё? Да лапы короткие. У меня вообще какая-то фигня. То машина, бензин кончился, то лапы короткие. Вот, таксишка. О, стоять! Так, что? А вы меня троллите, что ли, пацаны? Да. Конечно. Ну, есть! Есть! Да. В попе шерсть! Так, ребят, теперь я беру очень быструю машину, потому что я понимаю, выхода у меня нет, как быстро летать. Ну все, давай, начинай! Блин, у этой машины есть большой минус, она на бордюры не наезжает. С трудом. Да на лимузине, я лимузин сломал. Нет. И давай, взрывай его, взрывай! Нет, не получилось. О, Саня! На синей машине! Да ты, блин, я тут твое колесо тут держу, если что, запаска есть. Так, давай, кто у нас еще не сливался? Профит. Давай, профита мочи. Кто на таксишке? Кто на таксишке? Я. Я на лимузине, мне нельзя, я депутат. Кошмарного твоего не надо. Что-то машина у меня быстро. Все, на лимузине сейчас проиграет, смотрите. А, нет, давай, газуй, газуй, дружище, газуй. Резко нажимай задний ход и все. Ну. Ха-ха, в воду упал. Саня, я за Саня. Давай, 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 давай. А ты за такси гоняешься? Если не профита, тогда под лючку. Давай, под лючку, лупаш. Нет, нет. О, лимузинчик вон. А нет, то не лимузин показалось. Давай, гони, гони, гони. Я вижу, ребята, сейчас кто-то проиграет там, полюбасу. Есть! Красавчик, молодец, что под лючку бил. Ибо нефиг. Не поддавайтесь ему, пусть мучается. Он взял медленного монстра, а теперь мы будем просто не давать ему себя убить. Вот тут ездите по центру карты, он никого не сможет убить. Отлично. Не, он не догонит меня, это просто физически невозможно. У меня очень быстрая машина, поэтому... Лох! У меня лимузин быстрый. Не подъезжайте, не подъезжайте, Лимузинович! Иван Лимузинов! Нет, да ну как он взорвал, ну как? Лимузин! Это я, нет, да. Потому что длинная машина. Дима, у него читы были, он на пульт от ядерки. А, я понял, давай. Следующий монстр. Зато в этом ролике мы все сможем поиграть за монстров. Но я теперь не буду поддаваться, я не буду проигрывать. То есть я подумал, что реально поддаюсь. Да у меня машина задрифтила, ну... Гусанёк, ну что ты позоришься? Ой, я сейчас подниму себе машину, сделаю выше ее. Опа. Не надо, опа. Не, я свойство только поднял, что на бордюры хорошо наезжать. Все, а крячка пошла. Можно? Пацаны, ой, уезжайте, уезжайте все. Ой. Кто на гольф-каре? Да ну что вы все? Зато весело как. Да, вот все, вот так стоим и все, стоим. Так, что, профит у нас теперь за монстра? Вот этот зеленый очень опасный монстр. У него очень большой радиус. Вот так стою. Да ты что делаешь? Извиняюсь, извиняюсь, я думал, он просто... На колени. А, нет, бежит горилла. Я вижу, бежит. Назад она бежит, господи, назад, назад, назад. Он меня не сможет назад, убить. Назад, 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 назад. Смотрите, просто газуем, просто на все бабки. Ладно, пофиг. Четко, приземляемся и на все. Смотрите, не может догнать. Ты думал, ты меня убьешь? Не, дружище. Он за мной идет. Не. Да не, не сможет, не сможет. Смотрите, машину поднял, перелетел через яму. Это читы, это читы. Красиво! Вот это было красиво. Побег жесткий, мощный. Так, надо главное держать скорость. Он меня принципиально хочет убить. Ну, удачи. Интересно, если я врежусь? Так! Понял? Да ты... Да, ты свойства монстра поменял. Да, конечно. А можно вообще свойства на монстре менять? Нет, нельзя. Ну, блин, надо сказать, что можно. Ладно, можно. Хорошо, давайте за белого монстра поиграем. 3, 2, 1. Погнали. А я бегу, лапами махаю, и зеленого тачку убиваю. Смотрите, я его сейчас там впереди встречу. О, во, розовый, стоять! Нет. Стоять! Ух ты! Ай. На расстоянии убил! Вообще жесть, это было очень легко, ребят. Авария, авария случилась. Так, берем еще быстрее машину. Давай, покажи вещи. Едь, едь, Санек! Да! Это было сильно, это было мощно. Так, пока Санек берет этот, я себе опять подниму машину, сделаю ее повыше. Мне нравится, когда машина высокая. О! Именно джипчик такой. Опять крячку берешь? Ну крячка реально какая-то такая получитерская.
Да он за меня, у меня хочет убить. Ну так пусть убивай его. Кто еще не проигрывал? Смотри, там и мочи его. Взял зеленого монстра. Ой, а что с тобой? Ого. Куда ты улетел, телепортировался куда-то? Так, медузе. Газуй, газуем на всю. Не догонишь ты меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Саня не мог ударить? Эй, блин, у меня машина задымилась. А, не задымилась, то дым с-под колес. Я его пощадил. Спасибо тебе большое, щенок вонючий. Гусь, какой щенок? Гусь вонючий. Что ты там сказал? Это не я сказал. Ты меня не догонишь, можешь даже не пытаться. Саня, я сзади. Да что ты делаешь? Думаешь, я лошара там выйду? Ты отстукаешь? Попал! Отлично! Лох! Не смог меня убить! Отлично! Да пошел ты! Ух ты! Видите, как перелетел! Это было эпично! Фильмы можно снимать! Не-не-не, я буду с шифтом так газовать! Ой, Саня! Саня мог бы убить! Ага, ты думал, я туда поеду? Убиваем Диму! Давай, стань Диму! Это помог обойти. Нет, давай, не мешайте, я же хочу выиграть. Все, отлично, ребята, я оторвался. А мы не хотим. Я оторвался от него, а он за мной. Ну, пока он доедет, я смогу даже колеса поменять себе. Он не лишь кандыбает по сравнению с моей машиной, он очень медленный, очень. Он перевернулся, мочи его. А что ты за мной ездишь? Ты же меня обзываешь. Кусок говна. Ага, думаешь, сейчас прыгну? Ты давай шкандыбай ко мне сам. Да блин! Молодец! Да, мне помешал человек там, он меня ударил в бок. Потому что арахиты самые умные и сильные люди. Вот так тебе и надо. Да я подался. Да ну блин, я так хотел долго выживать. Ну блин, прикольно, когда за тобой гоняется монстр и хочет тебя убить, это очень прикольно. Возьму вот эту машину, интересно, она быстрая? Так, давайте, кто еще не умирал? Ну, Гусеняк, подскажи мне, кто на какой машине там ездит? Угабуга. Какая машина у него? Меня не надо. Меня надо. Розовая машина, не? Нет, моя. Он меня не видит. А я не знаю, какая у тебя, мне ж никнеймы через машину не видно. Ой-ой. Вон, я вижу. На синей машине кто-то стоит возле воды, я к нему. Это Саня. А вот на этой белой кто? Это я, это Профит. Так. Просто не палите меня. Опа, стоять! Он здесь, он где-то здесь на мосту стоит, стопудово. А может он за домом стоит? А может он там внутри? А ты, блин, не попал. Я там не был. Не надо. Вот это гомонку. Так, тут никого нету. Откуда ты выйдешь? Вот он, Дим, на мосту стоит. А какая у него машина цветом? Белая. Белая. Блин, не успел. А вот там, на вот я вижу, за дом, да, заезжает? Собил. Да, вот он. Вот он, я вижу его. Ну все, щенок, тебе жопка. Смотрите, как я его сейчас убью. Нет, смотрите, закосячит тут на бордюре, я его убью. Давай. Нет. А, молодец, спасибо тебе. Да блин, да как он вырвал. Да я не могу попасть. Ну стоять, ну пожалуйста. Сейчас он запорит, смотрите, ребята, сейчас он накосячит. Так, сейчас мы его тут встретим. Сейчас он в стенку врежется, я Вы что, сбили меня? Да. А это что за... А я сбил. Вы... вот так значит. Хорошо. А вот он. Я сбил Диму. Офигеть. Все, есть. Ибо нефиг. Блин, а я не знал, что можно меня сбивать. А ты же когда это... Блин, это было прикольно. Так, ну что, давайте, текайте от него. Сейчас тоже собьем его. Все, я нашел. Получается, можно со всей дури врезаться и сбить, да, его? Да. Сейчас врежемся. Сам. Давай, разгоняйся и врежай. Не получится. Прощай. Пика не смог. Он остановился, Рекс. Как-то странно. Может, только некоторые монстры сбиваются или все, как вы думаете? Не, наверное. Там не так моторика работает. Ой, да? Ладно. Это персонажа превращаешься, ты просто невидимо становишься. А где Дима? Дима, на какой машине? Он где розовый, пик? Где розовый? Вот он. Ты опять за мной? Дима, я не тупой.
Отлично! Отличненько! Нет, ты чё? Будем по кругу тогда с тобой ездить. Да, я по кругу. Да, мне задние колеса пробились. Да ладно, да, а чё? Так это нечестно. Блин, да как так тупо проиграть? Хорошо, давайте вот это опять берем монстра, мне он очень нравится, это очень прикольный. Заново задавим. Так, давайте, кто еще не умирал у нас? А все, короче, бегаю, всех, кто ближе, того и убиваю. Вот, смотрите, стоит на баге. Сейчас он врежется в стенку, затупит, и я его убью, смотрите. Отчитываем время. Это было очень просто. На тракторе. Все, давайте, 3, 2, 1. Кто проигрывает, тот лошара. Тихо, два Дима. Давай, Дима, поехали. Не-не-не, я лохом не буду быть. Ой, не хочу быть. Хочешь. Ладно, я сейчас там упаду, стоп, правда. Так что, пойдем. А, интересно, или если я попробую. Получится? Не, Пика. Не получится. Да, это Дима. Это было эпично, Дима, ребята. Давай. Это было очень красиво. Да блин. Давай Диму. А не, а чё меня сразу? Там куча пацанов. Ты хочешь меня лоха сделать? Да. Я не хочу быть лохом. Я хочу быть хорошим лохом. Ага, конечно. Все наверх заезжали, очкуют. Он мне колеса пробил. Кстати, тут можно даже колесо отлететь. Что, давай, мочи, 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 вон. Ну давай. Ну блин, он не лох. Так, надо валить. Сейчас ты будешь. Не-не-не-не-не. Блин. Да тихо! Ой, ты что делаешь? Мы ж свои все! Кроме Дим. Да я что, чужой что ли? Да. О, Саня, ты застрял. Нет! Есть! Все, ребята, гусь Санек, лох! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Где эпический взрыв? Вот он. Ой-ой-ой! Вот это уже переборщил.